Я нашел вассальное кольцо лорда-призрака. Точно такое же, как твое. Получается, мои призраки действительно как-то связаны с этим кольцом? Похоже на то. Лучше б я эту чертову штуку даже не трогал. Как думаешь, может, колец больше? Что если у каждого призрака есть такое? Я нашел второе такое кольцо. Похоже, что только у мертвых лордов есть вассальные кольца. Ну, у них и у тебя. О боже, ты представляешь, что это значит? Полагаю, наш говорящий призрак Патроскон выдал остальным лордам вассальные кольца, чтобы контролировать их. Но что-то пошло не так. И все они теперь живые мертвецы. А при чем здесь я? Когда ты нашел кольцо, Патроскон пытался взять под контроль тебя. Поэтому ты слышишь его голос. Да, да, он говорит со мной. Говорит мне всякое. Может быть, в следующий раз ты подумаешь, прежде чем хватать чужие вещи. И что? Я теперь обречен? Он хочет, чтобы я убил себя, покончил со всем этим. Должен быть какой-то способ справиться с проклятием. Надеюсь, ты найдешь его прежде, чем проклятие справится со мной. Thank you.
Thank you.
Получилось. Подожди здесь. Идем со мной. Сработало. И еще раз. Лучше начать сначала. И еще раз. Проклятие. Не очень понятно. Получилось.
Убирайся отсюда. Не очень понятно. Хорошая работа. Неплохо пахнет. Нежить, вассальные кольца. А что мне будет, если я решу твою проблему? Все, что у меня есть. Да? И чего это стоит? Честное слово, тебе это понравится. Очень надеюсь. Я тут и сам рискую быть проклятым. Что ты можешь рассказать мне о лорде Патрасконе? Не знаю. Просто не знаю. Давай, думай. Ну, когда он появляется, то приходит с востока. Но там никаких башен. Просто утес и старая пещера. Я отмечу на карте. Спасибо.
Это место явно стоит проверить. И еще раз. Проклятие. Получилось.
Сработало. Лучше начать сначала. Не очень понятно. Лучше начать сначала. Сработало. Не очень понятно. Вот и все дела. Лучше начать сначала. Сработало. Подожди здесь. Вот. 15 сумок с инструментами. Ты стащил весь этот лом у Карлов? Пришлось только драться. Я уже начал думать, что тебе вовсе не нужен металл. Ты просто не любишь Карлов. Не могу сказать, что это не так, но дело в металле, который мне нужен. Вот награда за твои хлопоты с этими мелкими негодяями. Я переплавлю их и сделаю отличные заготовки. Ты здорово помог. Без тебя бы мне скверно пришлось. Спасибо. Mm-hmm.
Идем со мной. Не очень понятно. Лучше начать сначала. О, нет. Проклятие. Вот и все дела. Сработало. И еще раз. Да. Не очень понятно. Хорошая работа. Получилось. Заблудился, да? Тут не место для прогулок. А ты, похоже, охотник. Можешь меня чему-нибудь научить? Ха, хороший вопрос. Могу научить тебя стрелять из лука. Еще я умею снимать шкуры с животных. Чем ты тут занимаешься? Я жду удобного случая. Удобного случая? Люди считают, что Гиргер — это просто сказка. Я знаю, что это не так. Расскажи мне про него еще. Он силен. Настоящее испытание для охотника. Никто не верит в то, что он есть на самом деле. Но я знаю, как это можно доказать. И сделаю это. Ага, ага. И как ты планируешь это сделать? Я найду его следы. Тогда все поймут, что я был прав. Расскажи, какой у тебя план. Видишь тот длинный веревочный мост? Судя по следам, можно с уверенностью сказать, что логово Гиргера находится на том скалистом полуострове.
А ты, судя по виду, можешь помочь. Пойдем, найдем эту тварь. Я помогу тебе охотиться на Гиргера. Ха, это здорово. Мне пригодится любая помощь. Только это будет непросто. Я пойду вперед, а ты двигай за мной. Хорошо, дай знать, когда будешь готов выдвигаться. Подожди здесь. Эй, ты! Что-нибудь тронешь, я на тебя Руфа спущу. Он как раз не обедал. Руфа? Это твой муж? Это мой волк. Слушай, это наше место, и для тебя тут ничего нет. У тебя есть волк? Генрик его выдрессировал. Прирожденный охотник. Если след возьмет, не собьется никогда. Что ты делаешь в таком месте, в полном одиночестве? Я тут не в одиночестве. Со мной Хенрик и Руфа. Мы тут живем. Ты ведь охотница? Можешь меня научить? Хенрик тут учитель. Иди и спроси его. Он меня научил всему, что касается охоты. Я могу тебе только пару полезных вещей продать. А что ты продаешь? Идем со мной. Получи. Мне недостойно даже умереть. Лучше начать сначала. О, нет. Проклятие. Не очень понятно. И еще раз. Не очень понятно. Хорошая работа. Ненавижу этих чудес. Они недостойны даже умереть. Ненавижу этих чудес. Легко выходит.
Мне кажется, нужно двигаться севернее. Мне почему-то не нравится тропа на восток. Почему? Что с ней не так? Большинство следов Карл ведут на север. Странно это все. Но судя по тому, что я вижу, они могут быть заодно с Гиргером. Карл и чудовище заодно? Может быть, это совпадение. Мы скоро сами все выясним. Пойдем дальше. Ненавижу этих чудовищ. Они недостойны до... Ненавижу этих тварей! Ненавижу этих чудовищ. Ненавижу этих тварей! Они недостойны даже умереть. Ненавижу этих тварей! Они недостойны даже умереть. Эти маленькие твари тут обжились, а? Это просто старые развалины. Готов спорить, тут собран весь хлам, потерянный на этом острове. Пойдем дальше. Не терпится узнать, что нас тут ждет. У тебя это так легко выходит. Эй, стой! Что такое на этот раз? Этот комплекс в отличном состоянии, похоже. Следы ведут через дверь и вглубь горы. Очень мило. Мило? Это же чудесно! Ненавижу этих тварей! И недостойны даже умереть. Не будем терять ни минуты. Я хочу отсюда выбраться как можно быстрее.
Ты напуган? Мы забрались прямо в логово Гиргера. И это место просто кишит карлами. Да, я хочу отсюда выбраться. Да. У тебя это так легко выходит. Ненавижу этих чудовищ. Вот, это же Гирги! Что я тебе говорил? Нифига себе, он здоровый! Спокойнее. Мы справимся. Мы справимся. Это было неразумно. Что он тебе сделал? Гиргер мертв. Что? Мертв. Абсолютно. Это дохлый Гиргер. Никто мне не верил, когда я говорил, что эта тварь действительно существует. Ха. А теперь мы с тобой знаем, как на самом деле обстоят дела. Я покажу этим свиньям, что обзывали меня психом. Вот. Я уверен, это пригодится такому великому охотнику, как ты. Желаю тебе всего наилучшего. Вот. И еще раз. Получилось. Получилось. Thank you.
Не очень понятно. Получилось. Текст имеет отношение к магии. Получилось.